И снова здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто прохожие. В данный момент мы представляем вашему вниманию вторую половину нашего топ-20, в котором расскажем и покажем самые интересные, на наш взгляд, мультиплеерные игры, которые демонстрировались на прошедшей выставке игровых развлечений E3 2014. Если вы только что подключились к нам и не в курсе, какие игры заняли места с 11 по 20, то клацайте на видео внутри видео, не забыв до этого включить аннотации в правом нижнем углу плеера. Если же вы смотрите нас с мобильного устройства, то в описании также будет ссылочка на первую часть нашего топа. Остальным же, тем, кто в курсе, о чем речь, ничего не нужно делать, лишь усаживаться поудобнее и внимать. Ни для кого не секрет, как наш автор относится к вездесущим World of Tanks. По его мнению, он бы не отказался провести в игре половину своей жизни, если бы это не было так медлительно и нудно. К счастью, еще до выставки компания Obsidian Entertainment анонсировала Armored Warfare — сессионный экшен про танки. Но в отличие от серии World of, действие игры будет разворачиваться не во времена Второй мировой и даже не в будущем, а в самом реальном настоящем. Благодаря подобным временным рамкам практически вся доступная техника будет не только убийственно мощной, но и весьма юркой, из-за чего динамики хватит всем сполна. На выставке разработчики представили очередной геймплейный видеоролик, в котором были продемонстрированы некоторые классы техники, а именно сами танки, тяжелая и очень убойная артиллерия, а также прыткие разведчики. Помимо всего этого, в Armored Warfare используется мощный движок CryEngine 3, который, помимо потрясной картинки, может предложить и возможность разнести к чертям все на своем пути. Добавьте ко всему прочему приятный PvE режим, клановое сражение за территорию, и вы получите самого сильного конкурента картофельным танчикам. Уже сейчас можно подать заявку на участие в закрытом бета-тесте. Достаточно просто посетить сайт Mail.ru. Да-да, загребущие лапы мейловцев добрались и до танков. И именно за отечественного издателя, который очень любит считать денежки игроков, Armored Warfare располагается на 10 месте. Гиганты из Ubisoft уже второй год подряд привозят на E3 свою высокотехнологичную демонстрацию Tom Clancy's The Division. В этом году, помимо крайне драматичного CG ролика, была представлена и очередная геймплейная заварушка против не особо смышленных ботов. Выглядит все, как и год назад, просто изумительно. Это вам не Watch Dogs. Помимо всего прочего, были показаны и новые фичи персонажей. Взять, к примеру, режим эхо, позволяющий видеть, как убого это бы ни звучало из наших уст, очертания прошлого. Из боевых же умений порадовали огнеметная турелька, дроны, ослепляющие противника яркими вспышками, кластерная граната и все в том же духе. С ботами эти гаджеты справляются на ура, а вот как подействуют они на других игроков, не очень понятно. Как и непонятно, а не превратится ли The Division в очередную выживалку, где прокачанные игроки будут отстреливать новичков на выходе из начальных локаций, и будет ли вообще в игре баланс между разноуровневыми игроками. За подобное не самое позитивное мысли, The Division получает от нас лишь 9 место. Вот где мы не переживаем за баланс, так это в гоночной MMORPG The Crew от тех же Ubisoft, которая располагается у нас на 8 месте. На выставке посетители могли не только опробовать на ощупь доступную там текущую версию проекта, но и посмотреть свежий геймплейный ролик, демонстрирующий в ускорении маршрут от Майами до Лос-Анджелеса, попутно меняя различные лицензированные авто. Выглядит все так же круто и масштабно, и не только в плане размеров игрового мира без экранов загрузки, но и по возможностям настроек своего авто. The Crew — ожидаемо лучшая мультиплеерная гоночная аркада с огромным бесшовным миром, многочисленными и разнообразными автомобилями различных классов, практически безграничной настройкой тачек, несколькими игровыми режимами и достойной картинкой с намеком на хорошую оптимизированность. Но при этом The Crew — это все-таки гонка, из-за чего вряд ли она задержит игроков надолго. А может и задержит. Ответ узнаем 11 ноября, когда и состоится релиз. Или же 23 июля, когда начнутся первые бета-тесты, заявку на которые можно подать уже сейчас.
Вполне ожидаемо, что и в этом году издатели из Electronic Arts на выставку привезли очередную Battlefield. Теперь же разработкой новой части Battlefield Hardline занимаются не DICE, а Visceral Games, в чьих заслугах всем известная серия Dead Space. И, пожалуй, это лучшее, что происходило с серией Battlefield за последние годы. Новая часть серии решила отойти от милитари сеттинга с их танками и боевыми вертолетами и перенесла действие игры в крупные мегаполисы нашего времени, где будут сражаться две команды — бандиты и полицейские. Подобный сеттинг стал толчком и к новым режимам. Так, в одном из них грабители устраивают засаду для конвоя с ценным грузом, а далее стараются удержать награбленное определенное время. Ну а полицейским необходимо не только расстрелять плохишей из многочисленного огнестрельного оружия, но и захватить груз. Именно подобный режим был представлен на выставке в полноценном геймплее, и выглядит он, как всегда, на высоте. Множество видов используемой техники и гаджетов, среди которых спортивные байки, бензовозы, полицейские вертолеты, джипы с миниганами, разнообразные тросы и крюки, биты и мины и так далее и тому подобное. Не забыли разработчики впихнуть в Battlefield Hardline и превосходную разрушаемость карт на пару с весьма реалистичной картинкой. Осталось только узнать, удастся ли в этот раз сюжетной кампании соперничать с будущей Call of Duty Advanced Warfare. Что же касается мультиплеера, уже сейчас можно бесплатно потестить игру в сервисе Origin, проверить свое железо и убедиться, что Battlefield Hardline, несмотря на в каком-то смысле новую механику сражений, все такая же несбалансированная стрелялка, как и прошлые игры серии. И потому 7-е место. Ни для кого не секрет, что действительно достойных космических ММО выпускается крайне мало, из-за чего каждый новый анонс подобных проектов просто никак не может пройти мимо нашего внимания. Взять, к примеру, легендарное продолжение серии Elite, а ныне Elite Dangerous, от независимых разработчиков из Frontier Development. Разрабатываемая благодаря успеху на площадке Kickstarter, данная космическая ММО посетила и выставку E3 2014, продемонстрировав полноценный геймплейный ролик и рассказав о некоторых особенностях доступного на релизе игрового мира. Ожидается процедурно генерируемая вселенная с более чем сотней разнообразных звездных систем, заполненные случайными черными дырами, астероидами и квазарами. Помимо возможности изучать огромные просторы вселенной Elite Dangerous, имеются в наличии сражения как небольших отрядов истребителей, так и массовые сражения нескольких фрегатов с возможностью отстрела отдельных частей корабля. Уже сейчас идет закрытый бета-тест игры, однако попасть на него довольно-таки сложно. Цена вопроса составляет более $200. Стоит ли оно того, неизвестно. Как неизвестно и в какую стоимость будет игра на релизе. Но все равно, судя по трейлерам, Elite Dangerous может смело претендовать на достойную замену одиночной Freelancer или даже серии X. Но все равно до релиза вряд ли можно что-либо утверждать точно. И потому 6-е место. Кооперативные экшены есть и будут востребованы среди игроков. Ведь что может быть веселее, чем, собравшись с тройкой верных друзей в могучий отряд, пойти раздавать люлей многочисленным противникам и страшным боссам? На данный момент самыми достойными проектами данного жанра для нас являются Left 4 Dead 2, Warframe и Payday. Теперь же на горизонте уверенной походкой подбирается Evolve от создателей оригинальной Left 4 Dead, и кому как не им знакомо, что нужно для успешной кооперативной стрелялки. В рамках презентации Microsoft был показан свежий трейлер Evolve, который продемонстрировал не только доступные классы игроков, а их, к слову, 4, но и Кракена, одного из доступных боссов, управление которым может взять, к примеру, ваша сестренка. Играя за босса, мы будем постоянно расти в размерах, давая возможность успешнее навалять четверки безумных солдат, которые охренели, пришли тут с огнеметов, пулеметов уничтожают монстров-собратьев, покой тревожат. Выглядит игра по представленному трейлеру очень круто и атмосферно, и как жаль, что релиз игры перенесли на начало 2015 года. Надеемся, что разработчики вспомнят прошлые недоработки по Left 4 Dead и подкрутят баланс, чтобы человеки не были убийственнее босса, и наоборот. Но зато чего точно не будет, так это PvP режимов, хотя бы на аренах. Сей факт намекает на отсутствие реиграбельности, каким бы экшеном игра и не хвасталась. Из-за этого Evolve занимает лишь 5-е место. Если же крупные девелоперы в основном вкладывают максимум денег и минимум души,
то инди-разработчики, наоборот, работают ради интересности своего проекта, ну, и за еду. Взять, к примеру, sci-fi-песочницу No Man's Sky, анонсированная ранее, данная игра обросла лишь небольшим тизером и парой сочных скриншотов. Теперь же на выставке был показан полноценный геймплейный ролик, демонстрирующий не только фантастические миры игры, но и космические путешествия. Выглядит захватывающе. По одной планете бегают динозавры и растут причудливые растения, которые давно не прочь полакомиться неосторожным игроком. Побегав по одной планете и отстреляв конечности назойливым хищникам, можно отправиться по якобы случайно генерированной и огромной вселенной на своем космическом корабле, с возможностью без экранов загрузки приземлиться на любую из доступных планет. Насколько разнообразно будет генерироваться мир и не будет ли скучно путешествовать туда-сюда, пусть и с верными друзьями или против злобных игроков, неизвестно. Поживем, увидим. Ну а пока No Man's Sky занимает неплохое 4-е место. Открывает же тройку победителей нашего топ-20 еще одна космическая леталка. Dreadnought — это сессионный космический экшен на картах-аренах, схожих с таковыми из Star Conflict. Но в отличие от экшена от Gaijin, Dreadnought предлагает стать капитаном не мелкого истребителя или штурмовика, а здоровенного крейсера нескольких форм, классов и напичканного различным вооружением по самое не балуй. В представленных на E3 геймплейных роликах текущей альфа-версии Dreadnought смог предложить просто эпичнейшие сражения сразу нескольких громадин у поверхности разнообразных планет, достойную для фри-то-плейной игры картинку и анимацию залпов из множества турельных орудий с последующей аннигиляцией противника. Сражения не в открытом космосе дают возможность скрываться за скалы, маневрировать у поверхности и тому подобное. Даже на текущей альфа-стадии Dreadnought выглядит крайне занимательным проектом. Но две вещи вызывают опасения. Первое — управление. Имея в наличии сразу десяток орудий различной направленности, не сведется ли управление ими к пианизму по всей клавиатуре? Второе опасение — не станет ли данный космический шутер про фрегаты слишком медлительным, как World of Tanks? Ведь вес и габариты дредноутов вряд ли позволят ловко уворачиваться от ракетных залпов, даже при наличии мини-варпа у всех кораблей. Верны ли наши опасения, узнаем уже в этом году, эксклюзивно на персональных компьютерах. Ну а пока заслуженное 3-е место. На втором месте нашего топа мультиплеерных проектов с выставки E3 располагается очередной проект от Crytek с длинным названием Hunt Horrors of the Gilded Age. Данный проект представляет из себя кооперативный шутер от третьего лица в сеттинге охоты на фольклорных тварей 17-18 века. Собравшись в отряд до 4 человек, игроки начнут отстреливать и шинковать различных зомби, вампиров, безумных дровосеков и бог знает кого еще. Для аннигиляции противников геймерам предлагают свободную кастомизацию персонажа, не загоняя игроков в рамки классов и пола. Будут доступны различные мачете, мушкеты, винчестеры, дробовики, арбалеты, луки и тому подобное аутентичное оружие. Сражаться же охотники на нечисть будут на атмосферных локациях, таких как болото, лес, кладбище, и при этом территория будет полностью открыта, давая возможность не только забираться на небольшие препятствия, но и вламываться в домишки через закрытые окна и двери. CryEngine 3 разрешает. К сожалению, в представленных на выставке геймплейных роликах не впечатлила топорная анимация персонажей и неощутимая система стрельбы. Но сошлемся на альфу, заявку на участие в которой можно подать уже сейчас, и подарим Hunt почетное 2-е место. Вполне ожидаемо, что самым приятным сюрпризом на выставке оказался очередной проект от Ubisoft. Но никто не ожидал, что это будет не очередной Assassin's Creed с кооперативом, а возрождение легендарной серии тактических шутеров Tom Clancy's Rainbow Six. И как мы возрадовались, что новая часть, названная Tom Clancy's Rainbow Six Siege, будет самым что ни на есть мультиплеерным тактическим шутером. На выставке юбики представили запись целого раунда по спасению заложницы из ее многоэтажного коттеджа. В лучших традициях серии Rainbow Six в Siege данное сражение делится на две части – планирование и действие. На этапе планирования преступникам необходимо
необходимо как можно лучше забаррикадироваться в доме, а отряду «Радуга» необходимо до окончания времени найти при помощи миниатюрного дрона заложницу, заодно запомнив расположение ловушек и противника, тем самым определив наилучшее место для высадки отряда. Во время действий Rainbow Six Siege представляет собой классическую PvP-стрелялку, но с некоторыми особенностями. Так, к примеру, в игре имеется несколько классов, и каждый из них играет значимую роль в сражении. Один спецназовец имеет в своем вооружении непробиваемый щит, который прикрывает всех, кто находится позади него, от вражеского огня. Второй же полицай способен в пару секунд уничтожать двери и преграды у себя на пути, давая возможность пройти союзной команде. Порадовало, что в кои-то веки в серию ввели возможность поиграть за снайпера, сидящего на соседнем здании, и прикрывать тех, кто пошел в непосредственный контакт. К слову, и снайпера можно убить, благо противник способен покинуть целевое здание и пойти дать свинца глаза снайперу. Яркой же особенностью Rainbow Six Siege можно смело считать практически полную разрушаемость окружения, что дает различные тактические возможности для успешного выполнения миссии. Взорвите пол верхнего этажа, чтобы внезапно свалиться на голову террористам-заложникам. Прострелите доски на окне, дав возможность снайперу прострелить голову засевшему на выгодной позиции злодею. К сожалению, не совсем понятно, на что способны сами террористы, кроме возможности строить баррикады и ловушки. Но как бы то ни было, то, что мы увидели на выставке, завораживает и заставляет считать дни до релиза, который запланирован на 2015 год. Если же вам не по душе мультиплеерное сражение, то вам будет предложена и сюжетная кампания, не волнуйтесь. За поистине эффектное возвращение любимой серии, Rainbow Six Siege заслуженно занимает почетное первое место. На этом мы и заканчиваем вспоминать прошедшую выставку E3 2014. И вот как-то так мы видим двадцатку самых интересных, на наш взгляд, мультиплеерных проектов. Если вы с нами не согласны, напишите в комментариях, какой топ составили бы вы. Теперь же у нас совсем все. Спасибо всем за внимание, с вами были Nyan Games и Анатолий Волоханович. До встречи в новых видео. Понравилось видео? Тогда не стесняйся, ставь лайк и оставляй комментарий внизу под видео. Вот так. Чтобы быть в курсе новинок мира ММО и сериалов, подписывайся на нас, а также на наших друзей и коллег из виртуальных радостей. Также подписывайтесь на наш твиттер с новостями игровой индустрии, а также вступайте в наши группы ВКонтакте. Все ссылки, как обычно, либо под самим видео в описании, либо на главной странице наших каналов. Присоединяйтесь к нам и играйте только в хорошие игры.